Мне нравится Новый год, потому что Дед Мороз приносит подарки и ходит в гномики. Привет, меня зовут Саша. Сегодня 22 декабря. Я хочу вам рассказать про подарки для детей на Новый год. У меня нет своего планшета, но раньше я пользовалась маминым. Я смотрела мультик Лотто, и он мне очень понравился. Я бы хотела себе этот планшет, потому что он яркий, красивый. Его обложка с Лотто. У меня есть свой телефон, но я бы хотела себе новый телефон с обложкой Лотто. На своем телефоне я играю, фотографирую, смотрю мультики, звоню бабушке, маме, папе, друзьям. Желаю всем на Новый год хороших подарков.